такое вот помещение антуражное. Видим вот здесь часы. Менеджер по подбору персонала. Зайдем, узнаем. Закрыто. Такие вот санузлы здесь. Оп. Ну, похоже на те, что мы видели. Только здесь еще плюс живут люди. Фэшн туалет. Да. Похоже на настоящий, но это не так, просто бумажка. 2000 номер. Зданица. Здесь вот такой вид из окон. Здесь люди стоят, покуривают шишки. Ну и там дальше тоже, я думаю, понятно, примерно схема комнат. В принципе, попасть в одну из них, надо найти коменданта. А где он есть, неизвестно. Вот здесь есть душевая, которая еще не работает. Ну, такое все совдеповских времен, в общем, так и осталось. Ничего особо не меняется. Все ясно, выходим отсюда. Так, температура воды 24 градуса, 0,5 баллов, да? Сегодня 0,5? Да нет, было побольше, сейчас вот упало. Один, да, был с утра? Был полтора. Полтора? Вот так вот, в 4 часа уже все люди здесь находятся. 5 час уже, без 10,5. А вот... Это итальянские модели, да, отдыхают здесь? Так, подземный переход. Подземный переход в Ялте, а это дорога Южное шоссе вниз идет. Весь в граффити. Музыкантов нету почему-то, никто не поет, никто не побирается, и людей тут особо-то много и не ходит, поэтому никого нет. Много разных надписей на русском и иностранных языках. Ну, вот так вот выглядит этот переход. Тоже все зарисовано всякими различными граффитистами. А вот здесь молодой виноградник. Молодой виноград выращивается. Вот грозди, видите, еще не готовенькие. Да? Такой. Еще самый молодой.